Браво, это было феерично. О, спасибо. Ну что, Ильфат, хочу поздравить с профессиональным праздником, дорогие друзья. Сегодня свой, повторюсь, профессиональный праздник отмечают бармены, Международный день бармена. И у меня такой вопрос, Ильфат. Как часто, работая в баре, вы вот повторяете вот такие вот трюки? Ну, стабильные тренировки, стабильные разминки. Без этого никуда, как любой спортсмен. Мы приравниваем это искусство к спорту, потому что постоянно тренировки, постоянно физические упражнения и так далее. Стабильные тренировки перед каждым, как непосредственно выходом, разминаемся как минимум полчаса. Мне кажется, у Рустема просто дар речи пропал. Ты точно такого никогда не сможешь, мне кажется, сделать. Нет, я смогу абсолютно так же, как Ильфат, делать спокойно. Вот я честно могу спокойно вот так же делать, только вот у меня в руках ничего не будет. Но так я могу делать. Хорошо, вот так и подтанцовывай. А я спрашиваю, сколько лет вы занимаетесь вот этим, не побоюсь слова, видом спорта? Ну, в этой сфере мы уже около 10 лет. Угу. Работаем. А соревнования какие-то проводятся? Да, конечно, проходят международные конкурсы, региональные конкурсы, по республике проходят чемпионаты и так далее. На сегодняшний день мы активно участвуем в разных конкурсах, чемпионатах, ездим по регионам, также участвуем в чемпионате мира. Мы сегодня просто были в восторге, и вся наша команда. Ну, скажите, как вас встречают зрители или те же посетители баров? Так как мы на рынке уже давно работаем, нас уже многие в лицо знают и постоянно нам только рады на любых мероприятиях, свадьбах, юбилеях, корпоративах или не только, где бы только мы ни видели, мы видим постоянные отзывы. Отзывы бывают положительные, негативные, воспринимаем все это хорошо, учитываем ошибки, исправляемся, совершенствуемся. На самом деле нам грех жаловаться, ввиду конкуренции, но все хорошо. Ну, мы очень рады. Но у меня вот такой вопрос. Прежде чем вы так ловко научились жонглировать тарой, скажем так, да, сколько примерно посуды было разбито? Вы знаете, мы учет, конечно, не вели, но было много. Много-много. Много? Да. Не подсчитывали? Нет, мы, конечно, не считаем, то есть это расходный материал. Но ни один бармен не пострадал при этом? Нет, конечно. Ты не хотел бы научиться тоже? Я бы очень хотел научиться, но у меня вот такой вопрос для Ильфата. Вот процесс приготовления коктейлей, он занимает долго времени из-за трюка или все-таки сложность ингредиентов? Знаете, коктейль вообще он готовится разными методами, разным способом и так далее. То есть есть классический способ приготовления, есть способ флэринг. Мы же используем шоу-флэринг, то есть при помощи бутылок, шейкеров, разного реквизита, инвентаря, готовим коктейли с шоу-программой. Есть классический метод приготовления, это уже ребята-классики, у них уже теория на высшем уровне, они уже все строго по рецептуре, по граммовке и так далее. В Казани очень сильная школа классическая барменов присутствует, которые завоевывают призовые места на международном поприще. Угу. А вы занимали какие-то места? Я знаю, что вы, по-моему, большой чемпион. На самом деле я 4-кратный чемпион Республики Татарстан, так же, как и мой напарник. К сожалению, сегодня не смог подъехать, но передавал всем большой привет и хотел поздравить всех барменов с праздником. Серебряный призер по Поволжью, 4-кратный, и, как бы скромно не звучало, 34-е место на чемпионате мира, но это было в далеком 2009 году. Ну, это действительно... Это у вас... А сколько было всего участников? Около 70. Но это уже действительно не просто работа, это уже какой-то профессиональный вид спорта. Мы вас поздравляем еще раз с Международным день бармена. Спасибо большое. Успех вам, удачи. Скажу, это очень вкусно.